сегодня в 6 часов утра было нападение не только на магазин «Виртус», но и на тех, кто там живет. Угу. Это на меня, на мою дочку, которой 4 года, которая несовершеннолетняя. Неизвестные лица утром ворвались нам в комнату с автоматами, с дубинками, угрожали нам, что они сейчас с нами расправятся, если мы сие секунды уже не выйдем, не дав нам забрать ни вещей, ничего абсолютно. Просто нас просто оттуда вышвырнули с маленьким ребенком. Они не смотрели даже на то, что девочка совсем маленькая. А вы проживаете в общежитии, которое расположено? Мы проживаем в общежитии, которое расположено на территории магазина, да? Скажите, а что вот вы знаете о том, что было потом? Ну, у нас есть информация о том, что там большое количество мужчин с масками на лице и вооруженные к тому же напали на магазин, да? Это так? Они напали на магазин. Что там сейчас происходит, я вам сказать не могу, потому что никого внутри не пускают. Угу. Просто выключен свет, я так понимаю, что, наверное, они там просто сидят, трещат, может, не знаю. Хорошо, ну вот они напали. Что было дальше? Сегодня вот вас с ребенком выгнали, как это все было? Куда? На улицу? На улицу, да. Нас просто вышвырнули через рампу на улицу. Это было в котором часу? Это было где-то минут 10-7. Угу. И что произошло потом? Есть информация о том, что сегодня была серьезная драка. Была драка, да. Я оставила моего ребенка, который очень сильно испугался. Оставила у своей знакомой. Через какое-то время я вернулась сюда. Вышла эта вся толпа разъяренная. Толпа каких-то неизвестных мужчин? Толпа неизвестных мужчин, кто-то в масках, кто-то без маски. Что у них было в руках? Есть информация, что даже огнестрельное оружие? Как мы можем? У них было огнестрельное оружие еще когда они зашли ко мне в комнату. Это были автоматы? Это были автоматы. И обезбольные биты, то, о чем вот говорят? Обезбольные биты у них были не то, что они бейсбольные, они были железные, не знаю. Угу. И драка была на улице? Драка была на улице прямо через дорогу от магазина. То есть это вообще было общественное место. Хотите, бейте прохожих, кого хотите. Угу. Кто с кем дрался? У вас была какая-то охрана в магазине? Как это происходило? Они напали на каких-то троих просто наших, которые стояли, наш персонал.